Мы получили кадры, снятые в том самом донецком кафе, где сегодня произошел взрыв. Напомню, это эксклюзивные кадры, которые мы получили только что. Именно в этом кафе, кафе «Сепар», прогремел сегодня взрыв, в результате которого погиб глава ДНР Александр Захарченко, по предварительным данным. Ранения получили два его спутника, в том числе министр доходов и сборов самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Александр Тимофеев. Срочное сообщение появилось на лентах информагентств. Донецк закрыт для въезда и выезда в связи с терактом, в котором погиб глава ДНР Александр Захарченко. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя оперативного командования. Ну а сейчас мы можем наблюдать на этих кадрах, которые мы получили только что из Донбасса, о том, как выглядит кафе. Вот снаружи есть оцепление после взрыва. Как сообщается, оно расположено в центре Донецка. Место сейчас работает, место сейчас оцеплено, там работают взрывотехники. Напомню, уже появилась информация о задержании нескольких человек, которых подозревают в причастности к покушению на Александра Захарченко. По предварительным данным, задержанные — это украинские диверсанты.